Шадринске прошел второй командный турнир городов Урфо по греко-римской борьбе. Он традиционно состоялся в спорткомплексе «Олимпа». Участниками стали юноши 2002-2004 годов рождения. Все они боролись за Кубок чемпиона мира среди ветеранов Александра Серебренникова. Конкуренцию хозяевам соревнований на татами составляли ребята из Кургана, Каменско-Уральского, Каргополя и Тюмени. На торжественном открытии спортсменов приветствовали официальные лица города. Пользуясь таким моментом, я бы хотела выразить слова искренней признательности и благодарности всем тренерам, всем тем людям, кто работает с нашим подрастающим поколением, с нашими детьми, кто учит их быть мужественными, самостоятельными, ответственными и сильными. Сильными не только тела, но и духа. Всем участникам соревнований я хочу вас пожелать честной, бескомпромиссной борьбы, красивой, технично отработать все приемы, ну и подарить зрителям яркие впечатления. На этом старте выступала именно команда «Стенка на стенку». Всего заявилось 9 команд, в каждой по 13 человек и столько же весовых категорий. Победа борца прибавляла очко сборной. Как отмечает организатор турнира Александр Серебренников, в схватках ребята показали, что хорошо подготовились. Тем не менее, соревнования такого уровня стали для многих настоящим испытанием. Однако именно так и закладывается фундамент для будущих высоких побед. Таких очень мало турниров, по крайней мере, у нас в нашем федеральном округе уральском, да. И вот этот турнир, он вообще один из, кажется, из первых, да. И как бы почему очень такое большое количество спортсменов, потому что мало таких турниров, вот. И как бы это более задорно, более интересно, вот. Такая идет конкуренция, да, вот, ну, стенка на стенку, чем личное первенство, вот. И как бы определяется сильнейший состав в области, вот. Он как бы подчеркивает именно сильнейших борцов, которых сюда привозят.